Добрый день, друзья! Сегодня для вас небольшая прогулка по парку. Пойдем гулять. Смотри, как красиво цветет. Такая, что это за дерево? Что это цветет? Какая-то яблоня. Яблоня? И здесь, по-моему. А смотри, цветы какие красивые. А уже все. Отцвело. Уже цветочки такие. Вот он пахнет. Не пахнет. А вот, смотри, как красиво. Все усыпан. Трава зеленая. Вот елочка. Посмотри. Цветет? Да. Ну, она такая сладенькая, да? Простая. Очень хорошая. Красивая. Да, красивая. Клавдия Шевченко. Вы помните, какую песню она пела? Синенький скромный платочек падал от мышиных плеч. Как видите, фонтан не работает. В прошлом году это все работало. Сегодня нет. Шляпа прикрыт. Обувь для меня маленькая. Да все маленькие ботинки, я не могу туда влезть. И шляпа. А шляпа слишком большая. Никого нет, пусто. Только форма не спортивная. Не так хорошо. Эх. Нужно спортивным костюм приходить заниматься спортом. Да, у тебя получается. Очень хорошо. Да? Ну что, это бег? Угу. Я бегаю. Быстро бегу. Быстро. Хороший тренажер. Быстро. Надо будет прийти, позаниматься. Смотри, как каштаны цветут. Мне нравится как. Thank you.
успокойся. Бери, Олежка. Давай, бери. Бери, моя хорошая. Бери, бери. Давай, бери. Бери. Возьми, Олежка. Вот, вот. Посмотри. Возьми. Возьми. Ну, бери. Давай, бери. Да вот так. Вот, взяла. Пустой парк.